рамках контрактов муниципальных сегодня идет обследование общественных территорий. Это кладбище, парковые зоны, Сосновый Бор наш, да, 4-й городок, парковая зона. С подрядчиком заключены 2 контракта. С 8 по 12 число конкретно будет обработка этих мест. Так как обследование общественных мест на наличие клещей уже завершено, сейчас идет активная обработка. Тем не менее, по словам специалистов, соблюдать безопасность все же стоит. И в густую траву лучше не заходить, а передвигаться по тропинкам. Ведь большое количество растений может препятствовать проникновению химикатов. И где-то среди кустов вас может поджидать насекомое.